Привет, с вами Ваня, и это пятая серия пятого сезона. Надо потихонечку разобраться с моими инструментами. Я зачем-то таскаю с собой всякие серпы, починить мои замечательные топоры. Ну, просто они мне сейчас не нужны будут, просто чтобы валялись и не мешались. Вот, интересно, этот топор можно починить? Этот топор так не чинится. Ну, и он особо сильно не нужен. Потому что я сейчас буду делать тебе хорошие инструменты. Вот, весь мусор сюда. Это не будем считать мусором. Потихонечку плавится вот этот черный кирпич. И что-то мне не нравится, что оно у меня так плавится. Давайте сделаем следующее. Еще серпы. Зачем мне столько серпов было нужно? Я не помню. Кажется, я хотел чистить листья, но у меня не получилось. Так, мясо. Мясо жарится. Что у меня есть? Вот это есть. Нужно, по-моему, редстончик. Я хочу построить себе редстонную форму. Ага, кирпичи нужны. Кирпичи-то у меня есть? Хоть какие-нибудь? Нет? Ну, пока пожарим кирпичей. Кирпичи. Медь, которая кончается. Вот эта штука, которая у меня точно есть. Что там с медью? Есть немножко меди? Нет, меди нету. Блин, разница. Чуть-чуть. Так, еще я хотел сделать... Пора делать эту самую машинку. Медь, вот эта штука, кирпичики и редстончик сверху. Жаритесь. Ладно, пока жарятся кирпичи, я хотел сделать еще одну интересную вещь. Так, топоры у меня есть. Все вот это хозяйство давно пора хранить в специальном хранилище. Вот оно, мое специальное хранилище для вот этих вот, как они называются, шаблоны для построения инструментов. И я хочу сделать себе... А, вот он, молоток. У меня есть камень-то? Камень кончается. Дайте мне, пожалуйста, молоток. Тудух. Дороговато. Даже по кобу. Когда я буду делать такой из... Стоп, а это, по-моему... Нужна ли мне эта штука? Кажется, нужна. Точно нужно две вот таких. Раз, два. И нужна одна такая, кажется. Может быть, я ошибаюсь. Такс, молоток. Ага, две таких, но не нужна вот такая. Ладно, хорошо. Она мне все равно потом пригодится. У меня есть молоточек. Сейчас буду очищать место для того, чтобы установить плавилку из Тинкерс-констракта. Да. Сейчас я сделаю тут хорошее место и покажу вам. Ну, пока как-то вот так. Потом посмотрим, что из этого все получится. Надо сразу же наделать кирпичи для того, чтобы строить плавилку. А, мало. Очень мало кирпичей. Вот столько, наверное, хватит на первое время. Я не хочу делать плавилку из глины, потому что считаю, что это дорого. Так. Так. И здесь еще три штуки нужно. Ага. Так, что бы еще такое сделать? Еще бы хорошо бы куда-нибудь начать девать землю. Вот эти места мне не нужны будут. Для того, чтобы куда-то девать землю, дай-ка я сделаю себе бочечку. Даже две. А, ладно, пусть будет 4. Дерева у меня много. Все материалы, которых действительно много, можно будет хранить здесь. Так, красота. Теперь у меня есть куда сунуть мои запасы земли. А что-то оно так странно встало. Дай-ка мы ее... Мои запасы земли. Что у меня еще? Ну, у меня песок есть. Песка, правда, мало. И есть подозрение, что
Вскоре мне придется песочек. Фу, я не знаю, что с ним делать. О, у меня есть еще один такой кирпичик. Ну, все не очень плохо. Так, пока я занимаюсь этим безобразием. Что мне нужно? Мне нужно стекло. Собственно, за песком сейчас придется идти, потому что стекло у меня кончается. Так, мне нужно стеклянное окошко для того, чтобы смотреть, что происходит внутри. И мне нужна вот такая штука для того, чтобы заливать вот сюда лаву. Стеклянное окошко. Ну, наверное, здесь поставим. Так. Во. Вот эту руду мы пока трогать не будем. Она нам пригодится именно в виде руды. А теперь можно строить печку. Что нужно для того, чтобы построить правильную печку из термал экспеншена? Кирпичи, медь, редстоун. Медь взяли, кирпичи взяли. Редстоун взяли. А, редстоун взяли. Ну, окей. Вот, кирпичей сейчас придется нажарить много-много-много. Потому что я хочу начать рейлкрафт. Кирпичи, штука, машинный блок, медь, редстоун. Осталось понять, как именно я хочу ее разместить. Так, кобу убрать из рюкзака. Дерево убрать из рюкзака. Движок заправить. Мне нужен точно будет сейчас хоппер. Поэтому его сразу сделаем. И зачем-то мне еще нужен был сундук. Еще один. Я не знаю зачем. Я посчитал и сказал, что мне их нужно 4. Хороший вопрос. Ну, давайте этот сундук я пока поставлю сюда. Здесь же будет лежать. Так. Ну все. Поэтому я освободил свои запасы, свой рюкзачок. Хоппер будет стоять здесь. Это я уже решил. Что нужно сделать? Нужно установить редстоунную печь. Опа. Вот как-то вот сюда. Ух ты, у меня кончаются вот эти штуки. Редстоунная печь стоит здесь. И она готова к тому, чтобы что-нибудь плавить. Давайте она будет плавить железо, наверное. Нет, железо. Ferrous metal. Давайте мы наплавим анвара, что ли. Да нечего мне плавить, я все переплавил. О. Pulverized copper есть. Так, зачем я это все так странно сделал? У меня здесь будет стоять сундук. И печка, она пытается все выплюнуть сюда. Она не должна все выплевывать сюда. Отсюда она должна забирать, а вот выплевывать... Она должна сюда выплюнула. Здесь у меня будет стоять еще одна машина. Она называется смелтер, по-моему. Смелтер. Ведро, золото, коппер, инвар. Есть у меня коппер. Есть у меня ровно столько коппера, сколько нужно. И золото у меня тоже есть. А вот это мне пока не надо. Инвар, инвар. Два инвара всего, да? Все-таки придется поплавить себе немножко инвара. Но теперь уже автоматизированным способом. Так. Жизнь налаживается. Мне нужна еще одна машина из железа и золота. А не рано ли я это все делаю? Да, рано. Я не смогу ее использовать, к сожалению. Уж меня извините. Пока рано. Поэтому все живет здесь. Ага. Руда сейчас пригодится. Потому что я сейчас застрою эту штуку. Кирпичики. Нужно сделать смелтер-контроллер.
еще граут остался. Нет, граут у меня кончился. Прекрасно. Смелтри контроллер идет сюда. И, собственно, вот этот вот хоппер подключается к нему. Так, сколько мне нужно? Раз, два кирпича. И сюда мне нужно... Что мне нужно? Во-первых, мне точно нужен столик. А во-вторых, мне нужен дрейн. Из чего я буду делать дрейн? Черт, а где весь? А, вот они. У меня было с запасом. Столик идет сюда. Стоп, что я сделал? Это дрейн, это сюда. Печка заработала, кстати. А так как печка заработала, ее можно уже включить. Водяная труба. И у меня была пара банок с лавой. Водяная труба. И сюда запихивается лава. Лава должна вытекать. Вытекает. Наполняется. Всего много и всего хорошо. По-моему, мы делаем из двух медей и одного алюминия. Да, кажется так. Мы сейчас наделаем сплава. Что нам нужно еще? Нам нужен столик. И нам нужен крантик. Для того, чтобы то, что мы наплавили, куда-то выливать. О! Похоже, похоже. Остальное отправляется в мастератор. Поплавится здесь. И у меня будет еще немножечко алюминия и меди. Круто! Стоп! А нужна ли мне вот тут снизу эта штука? Нельзя ли ее как-нибудь вот так пустить? Не знаю. Ну, алюминий поплавился. Можно тут побегать. А, не, нельзя тут побегать. Ладно, окей. Что мне нужно? Мне нужен один слиток для того, чтобы выплавить себе... Так, о. Нет, копер и алюминиум. Что-то я тут не то сделал. Надо прочитать, что делается. Снимайте смелты. Как делаются сплавы? Три алюминия, один коппер. А я что сделал? У меня будет до черта этого сплава. Но я сделал один алюминий. Блад. Молтен. А, вот из меня блад вытек. Молтен алюминиум 2, молтен алюминиум брас. Ага, один один брас есть. Значит, нужно взять меди. Черт, она уже в слитках. Сколько? Копер, алюминиум. Алюминиум брас. Очень интересно. Три алюминия, один копер. То есть надо все забить алюминием. Вот это серебро. Чем я его с собой таскаю, я не знаю. Алюминий. Тин. Алюминий. Во. Сейчас у меня будет много-много бронзы. А если я тут побегаю, у меня будет много крови. Но на самом деле лучше всего, конечно же, сюда дропать каких-то мобов. Ну, посмотрим. Так, что у нас тут? Алюминиум брас. Коппер. Сейчас алюминий расплавится. Вот алюминий расплавился, у меня дофига браса, блат и алюминий. Ну, неважно. Ой. Мне сейчас главное сделать отливку для слитков и начать сюда все переливать. Интересно. Ладно, сейчас я пока этим занимаюсь. Потом посмотрим, что будет. У нас есть алюминиевая бронза, но она какая-то бессмысленная, из нее ничего особо не поделаешь. Там вот единственное, что можно сделать, какой-то кнапсак. Но я не знаю, что это такое. И сделать его не так уж просто на текущий момент. Что дальше? Дальше.
Дальше я хотел пойти на улицу погулять. Молоток я себе сделал. Молоток — это круто. Но нужна еще одна штука. Дай сразу много наделаю этих паттернов, потому что они пригождаются. Так. Мне нужна лопата. У меня есть лопата? Нет лопаты. Лопат нужно сделать даже две. Нет, не то. Во, то. Еще делается лопата. Ага. Из пластины, крестовины, ручки. У меня есть одна лишняя крестовина. Прекрасно. Раз, два. Две лопаты. Да, я делаю сразу много. Две пластины. Фига себе. У меня кончается камень. То есть срочно надо куда-то идти майнить. И одна крестовина. Так, так. Ура! Мы можем собрать себе целых две лопаты. Две, потому что я сейчас хочу пойти копать песок. Это такая же лопата, как молоток. Она копает 3 на 3. Так вот, я хочу пойти копать песок, и, скорее всего, она у меня сломается. Ну чё. Всякий мусор сюда. Этот мусор сюда. Сейчас я тут доплавлю эти самые сливки. Что у меня осталось-то? Алюминиум брас 6 штук. Молотен копер 1 штука. Блад и алюминиум. Не знаю, что делать с бладом. Посмотрим. Ладно, вроде бы получилось. Ну что, а дальше? Дальше так я не хочу делать эти кирпичи из глины. Я буду делать из камня. Это ужасно затратно. Но мы кладем сюда камушек. И оно начинает потихонечку переплавляться. А из одного камушка получается, по-моему, там 5 миллибакетов. То есть, ну, надо очень много камня, чтобы сделать такой кирпич. Так, что дальше? Что дальше, что дальше? Дальше надо пойти на улицу. И если там хорошо... Нет, там не хорошо, там зомби. Вот, и разобраться, что делать. А может, поспать? Ну, давайте я посплю. Надо же когда-то пользоваться кроватью. Так, сейчас я иду. Кстати, стоп, поскольку... Что у меня с золотом? 9, мало. И, в общем, я иду... Наверное... Наверное, я иду сюда. Нет, паучок-то, конечно, хороший. Это мне нафиг не нужен. Сейчас я тут буду равнять землю. Вот, у меня есть офигенная лопата. И я хочу еще более офигенную ферму. Потому что уже пора. С едой начались напряги. Ну, раз пора, то полетели. Да. По-моему, неплохо. Сейчас я тут все разровняю и подумаю поставить ферму. Ну что, это похоже на ферму? Мне тоже так кажется. Единственное, что не хватило семян засеять. Но ничего, скоро мы эту проблему решим. Вот. А, стоп, у меня же есть вот этот берсиц, барлисиц. Это тоже пшеница, но немножечко другая. Пусть будет и такая, и такая. Но потом эта ферма будет полностью засеяна обычной пшеницей, а рядышком будет ферма для другой пшеницы. И вообще тут... Нет, это не корова, это руда. Рассчитываю, как следует заняться производством еды и вообще всего. Где мои ягодки? Ну что, клёво. Осталось сделать две вещи. Во-первых, починить все мои сломанные лопаты. Я там конкретно и хорошо покопал. Чинить лопаты нечем. Потому что я все решил попереплавить. Нет, хватит. Сколько у нас, кстати, вот этой штуки? 4 блока всего. 4 кирпича. То есть за все это время. Ну, со стеках примерно 4 кирпича. Если я буду продолжать заниматься копанием внизу, то у меня всегда будет хорошая прибыль камня, и проблем это не вызовет.
Но так как я занимаюсь производством машин, а не копанием внизу, то это вызывает некоторые определенные трудности. Так, с песочком. С песочком тут как раз проблемки. Песочек бы поплавить. Так, тут плавится песочек. Тут плавится глина. Да, черт, кирпичей. И я сейчас думаю, сходить вниз или сходить за песочком. Песочек-то тоже кончается, черт возьми. Наверное, я все-таки схожу вниз, потому что если у меня кончится камень, то у меня кончится производство всего, я не смогу чинить свои великие инструменты. Кстати, внизу они мне не нужны. А, еда. Я нашел совершенно случайно, там в луже плавали эти ребята. У меня теперь можно заняться фармкрафтом вовсю. Да, через некоторое время я это сделаю. Забавно. Я нашел, что у меня внизу в сундуке был кобл. У меня кончается все. Вот, а теперь я еще хочу сделать себе нормальную прыгалку вниз. Тут поставим ведро с водой. Да. Теперь можно будет не цепляться за лесенку, когда ты падаешь. Так. Пока я тут накопал довольно много всего. Это здесь не нужно. А это здесь нужно. У меня что-то забавная черепаха, она не может нормально пройти сквозь гравий. Ну, ладно, не может, так не может. Вот, всего у меня достаточно. А, все, хватит. Пойдем займемся чем-нибудь полезным. Я опять не представляю, чем полезным сейчас можно заняться, но посмотрим. Так, о. Ну что, ничего так порудокопил. Вкопался в пещеру. Что-то у нас уже 8 блоков. Ну, коблстон будем плавить. Да. 8 блоков, это значит, 8 кирпичей можно сделать. Ну, копейки, в общем, на самом деле. Так, загружаем все это хозяйство сюда. Феррус, алюминиум, голд, сильвер. Ага. Вопрос. А, у меня есть еще айрон. Вопрос. Буду ли я плавить вот этот вот винтриум? Его можно... Ага. Из винтриума не получается. Да, из винтриум даст, и не получается слитков. То есть сквозь печку оно просто пройдет насквозь. Или не пройдет? Это, кстати, хороший вопрос. Может быть, забьет систему целиком и все. И кран. Меня хватает на пару черепашек. 15 даймондов. Ребята, это очень похоже на то, что у меня сейчас будет карьер. Ну, не прямо сейчас, конечно. Но через некоторое время. Что там у нас? У нас там стекло. Давайте воспользуемся плодами цивилизации. И очень неприятная ситуация. Кстати, вот эти крестики, это кнопочка F7. Показывает, где будут спауниться монстры ночью. Так вот, очень неприятная ситуация, заключающаяся в том, что мне не хватает всего для того, чтобы начать карьеры. А карьеры начинать-то уже надо. То есть, наверное, я... Чё так ничего не выросло? Карьеры я, наверное, буду начинать тогда, когда у меня будет деревянная ферма, потому что нужно топливо. Карьеры жрут действительно много энергии. Или когда у меня будет... Ой. Ну чё, вроде бы это еда. Давайте мы посеем ее обратно, посмотрим, что получится. Так вот, неприятная ситуация. Шарды от Томкрафта. У меня их 5 штук, должно быть 6, для того, чтобы можно было серьезно начинать какое-то изучение. И я не знаю, что со всем этим делать. Ну, ладно, не страшно. С шардами довольно смешная проблема. Давайте, кстати, действительно, до конца серии я займусь изучением Томкрафта. Дело в том, что у меня есть специальная инструкция. Так, там опять что-то выросло. Специальная инструкция, в которой написано, как именно и что нужно изучать для того, чтобы изучить быстро и после этого особо сильно не париться. Когда изучаешь томкрафтовский аспект, ты не... В общем, до тех пор, пока ты его не знаешь, ты не можешь изучать такие предметы. Ну, чего? В принципе, да, наверное, самое время для томкрафта. 3 баночки. Перья у меня есть. Мука у меня. А, это разная мука.
Ладно, муку будем жарить в обыкновенной печке. Ух ты. Черт возьми. Это у меня... У меня чертовски не хватает. И... Давайте в этой печке пожарю. Она быстрая. А пыль? Ну, пыль пусть останется пылью. Пыль иногда нужна. Так. Мысль номер раз. Золото у меня есть, баночки у меня есть. Перья у меня есть. Соединяем и получаем. А. Получать он собрался. Ладно, эта штука все равно нужна. Дело в том, что у меня нету... Почему 40 аэршардов? У меня нету самого важного. У меня нет бумаги. Но это не очень страшно. Сейчас мы сделаем... Да, кстати, заодно и волшебную палочку сделаю. Буду ее всегда с собой таскать. А волшебная палочка нужна мне для того, чтобы собирать в нее энергию. Так, палочка... Одна из них стоит волшебной. Когда ты убиваешь мобов... А, стоп. Колпачки. Железные колпачки. Палочка. В эту палочку у меня будет собираться... эссенция. Стоп. А сколько у меня золота? 33. Ребята, живем. А сколько у меня... эта штука делается. Вот. Сундук, шерсть, золотой блок. Шерсть. Шерсти мало. Надо бегать за шерстью. Я сейчас... Ну, если там не темно, а там темно. Черт. Ладно, это сумочка, причем довольно большая. Подготовимся к ее производству. Так, палочку сделали, эту штуку сделали. Надо вспомнить, как делаются столики. Столики из фомкрафта делаются вот так. Нужно штучки 3. Где дерево? Ну, кончилось дерево. Ну, ладно. Так, столики. Нужно мне этих столиков. Раз, два, три. Что мне еще нужно? Мне нужен Таономикон? Нет. Фомкрафт отменяется. К сожалению. Но палочку можно с собой потаскать. Так, на всякий пожарный. Ух, печаль. Печаль, печаль, печаль. Стоп, а может быть можно же без Таономикона сделать... вот этот сам... А, без Таономикона не получится определять новые аспекты. Плохо. Но мы попробуем. Раз, два. И мы делаем офигенную штуку для детектирования... Да. Предметов. Ну-ка. Ты смотри, она работает. Так, очень круто. Но она не позволяет тебе определять разнообразные приметы, которых ты еще не... Стоп. Которых ты еще не можешь. То есть нужно по очереди, начиная с простых, заканчивая сложными. Вот, например, гравий, наверное, изучить можно. Да, гравий изучился. Песок, наверное, изучится. А вот дерево точно уже не изучается. Для дерева нужны какие-то очень сложные махинации. Но, ладно. Сейчас разберемся. Да. Крафтом займемся в следующей серии. Потому что в этой серии нужно заняться... Что нужно сделать-то? Нужно сходить и выкопать себе много глины и много песка. Нужно глина и песок. Да, это будет хорошая идея. Где у меня живет глина и песок, вы, наверное, в курсе. Да, вот там вот есть озерцо, на которое я хожу. И сейчас я сбегаю за глиной. Особо... Что такое?
Особо сильно выпендриваться я не буду. Ну, просто накопаю, пока лопаты не сломаются, и все. Так что, ой, до встречи там. Нет, все-таки я... Не-не-не-не, пойдем с этой штучкой. У меня есть немножечко, по-моему, 4 нужно на одну. Да. Вот, вот это я понимаю. Текс, нужен сундук. И мы делаем офигенный bag of holding. Он, конечно, требует много золота, но золота у нас не жалко. И буду его таскать всегда здесь. Размером он вот такой. По-моему, самое оно. Так, ну что там, пора идти? Нет, не пора. Ну, значит, занимаюсь переплавкой. Да, что-то надоело мне ходить через вот эти горы. Надо придумать простой... простой проход тут не придумаешь. Дело в том, что тут ниже, чем с той стороны. То есть нужно с той стороны сюда прокопаться. Ну, ладно, пока просто перепрыгну. О, еще чернилки плавают. Ну, собственно, ничего интересного. Я копаю песок. Что-то стало опасно находиться на улице. Но ничего. Глины, конечно, не так, чтобы много. Не, глины хватает на... Хорошо хватает. Так, песочек. 11 стеков песка. Так, ну все. Я занимаюсь тем, что я пытаюсь понять, что же мне, собственно, хочется. Ух ты, 16 кирпичиков. Где именно я собираюсь расположить свои рейлкрафтовские машины. И за кадром буду плавить кирпич и делать кирпичные блоки, считать, сколько мне чего надо, и вообще прикидывать. С вами был Ваня. Это была 5-я серия летсплея по... Вот мне выгадали по Майнкрафту с модами. Счастья, радости. Пока.